Всем привет! Я Скиф, это Киберпанк 2077. Я, в общем-то, продолжаю играть и наиграл на данный момент чуть больше 80 вроде как часов. Но на этом персонаже гораздо меньше. Первый мой персонажик был с винтовками и катаной, мужским персонажем. И наиграл я где-то порядка 65 часов на нем. Но не прошел все прям повествовательные побочки, прошел основной сюжет, часть, соответственно, побочек и так далее, решил оставить на второе прохождение. И здесь я уже начал играть за нетранера. И вот хочу поделиться впечатлениями именно от игры за нетранера, потому что он довольно имбовый, и у меня сложилось такое впечатление, что это такой некий местный аналог мага. Знаете, как у магов в начале, ну, в любых обычных РПГ, есть некоторые проблемы, ты бегаешь с фаерболом от врагов долгое время, пытаешься как-то дистанцироваться, потом у тебя появляются какие-то там массовые заклинания, улучшенные фаерболы и так далее, и все становится гораздо-гораздо лучше, и в какой-то момент маг становится просто лютой имбой, который нагибает сразу толпу народа. Здесь у нас тоже есть масса вариантов, как нагибать как толпу народа, так и отдельно взятых людей. И не только людей, и роботов, и все что угодно. В общем-то, здесь я уже играю за женского персонажа. Если посмотреть, это еще только 18 левел. А наиграл я тут не особо-то много. Че тут? 16 часов всего лишь. 16 часов 40 минут на этом персонажике. По сюжетке я особо даже и не бежал. Кстати, лайфхак для тех, кто, видать, не очень понимает, как здесь все устроено. Потому что, да, тут есть дофигища вопросиков, про которые постоянно все говорят. Но тут история такая же, как с Ведьмаком. Я преимущественно по ним особо никогда и не бегал в Ведьмаке, хотя наиграл Ведьмак порядка больше 300 часов. А здесь же та же история. Я крайне редко забегаю куда-то. Ну, смотрю тоже. Возможно, вы в этом трае уже непосредственно буду и по вопросикам, и всему прочему бегать. Какие-то, если вас интересуют именно такие сюжетные, основательные, повествовательные второстепенки, то они открываются по мере набора вашей репутации. Репутация — это важный параметр. Тут, в принципе, написано вообще, что тут дают за эту самую репутацию. Тут больше товаров появляется, больше оружия и так далее, Имплантов, одежды и всего такого прочего. И, соответственно, заданий вам больше становится доступных. Чем выше ваша, так сказать, известность, авторитет, тем более солидные к вам люди обращаются. Поэтому часть вот этих вот второстепенных, хороших, проработанных квестов вы можете получить, набирая репутацию. Либо же где-то по сюжету вы встречаетесь с некоторыми персонажами, и потом открываются их вот эти вот побочные квесты, которые тоже офигенные, которые, ну, я бы рекомендовал вам проходить все-таки, а не топить по сюжету. Но это так, это немножечко отвлечение в сторону. Если смотреть по самому персонажу, то у меня это нетранер. Ну, тут я, конечно, тоже, опять же, экспериментирую. Если посмотреть по киберимплантам, то стоит у меня операционная система. Я так понял, тут есть три варианта. Можно ставить операционку, а можно ставить вообще забить на хакинг, как я, в принципе, сделал, играя за самурая. И там у меня либо берс, либо там вторая, я не помню, как она называется, штука, которая замедляет время, причем там секунд на 18-20, процентов на 30-40 там замедляет, где можно бегать с катаной и всех шинковать. Здесь же мы конкретно занимаемся взломом, тут мы можем использовать разные скрипты, типа вот самоубийство, киберпсихоз, там заражение, плавление синапсов, замыкание. Здесь у меня 5... скриптов в деке, соответственно, есть возможность там покрафтить другие. Ну и какие-то тут киберимпланты стоят, особо большого количества их пока что нет здесь. Есть только самые необходимые. Я вот попытался побыстрее укрепленные сухожилия взять, чтобы двойной прыжок у меня появился. Потому что, ну, возможность совершать двойной прыжок открывает вам массу других возможностей. В частности, пробираться на какие-то там задания вы сможете. Ну-ка, ребята, бродят, ходят. Сможете занимать какие-то лучшие позиции. И вот все в этом духе. Так, поехали, наверное, к заданию. Ну как к заданию, мы сейчас просто аванпостик зачистим. Чисто, чтобы посмотреть, как выглядит геймплей за нетранера. Потому что нетранер, блин, такая имба на самом деле. И мы очень просто, очень быстро можем зачищать эти самые аванпосты. Да, уровень сложности игровой процесс наивысший. Само собой, я и в первый раз на наивысшем играл. Так, ну поехали, где-то тут неподалеку это все вроде как было. А, походу туда вниз, да? Окей. Здорово, пацан. А, ну да, вон они уже, ребята.
Так, ну может мы как-то сверху попытаемся к ним зайти. Тут важно, опять же, занять хорошую позицию. Для нетранера это чертовски важно. А дальше уже можно будет работать. И, возможно, сейчас немножечко скрипты еще поменяем, чтобы всех подсветить, иметь возможность. Я здесь решил вообще, как прокачивать персонажа. Я пошел в силу чуть-чуть и в интеллект. То есть интеллект я сейчас до 20-шки добиваю, дальше буду силу прокачивать ради уничтожения. То есть я пока что дробовики не качал, потому что очень просто убиваю всех за счет взломов всяких разных и скриптов. Тут тоже еще есть кое-какие вещи, которые надо прокачать. Опять же, сейчас уже осознавая и зная, что на что и как влияет, я бы немножечко иначе начал навыки раскидывать. Тут есть возможность типа сбросить, но стоит там 100 тысяч, поэтому пока нет денег особо. Сколько у меня там, 18 косарей, я там на что-то тратился. Но, в принципе, ок. И касаемо того, что я тут могу скрафтить. У нас есть создание, скрипты. Пока что я эпический вариант скриптов могу накрафтить. Их довольно много, на самом деле. Там сброс настроек, сбой оружия, сбой имплантов, нарушение моторики. Можно всякие разные варианты подбирать под ваше, так сказать, прохождение. У меня такой сейчас боевой маг, грубо говоря. Ну, нетранер боевой. Единственное, что я хотел бы, наверное, заменить. Плавление синапсов, киберпсихоз, самоубийство. Ну, чувак просто берет, достает пистолет, застреливается. Любой, по факту. Это прикольно, но чтобы контролировать, где толпа, где все вообще, нам, наверное, запрос потребуется, поэтому я сюда запрос поставлю. Так, длительность 33,8 секунд. Так, а могу я улучшить этот самый запрос? Так, создание. Запрос редкое, да, длительность 50 секунд. Ну, типа, редкий нет, хотелось бы, наверное, более крутой вариант создать. Ну да ладно, допустим, у нас есть запрос. И нам надо сюда пробраться, да? Всем вспомогательным группам полиции поступило сообщение о преступной активности на окраине Уэйлоу-стрит. Замечен Щиноба Юмай, многократно осужденный за торговлю людьми и организацию принудительных... А вон камеры есть, отлично. Властями города назначено вознаграждение за устранение преступной сети Юмая. Камеры — это отлично. Давай тогда дистанцируемся. По факту я смогу выкосить их в идеале, вообще туда не зайдя. Давай, взлом протокола. Здесь у нас хакинг представлен такой мини-игрой, где мы в идеале можем все вот эти три последовательности закрыть. Но не всегда это вообще возможно, потому что сама вот эта вот матрица, я так понимаю, она достаточно рандомно генерится. То есть у нас вот эта первая последовательность отправляет ледокол, вторая вызывает массовую уязвимость, третья отключает камеру. Нам камеру сейчас не особо надо отключать, нам нужен ледокол, то есть каждый скрипт там потом удешевится. Смотрим, что мы тут можем сделать. И потом, как, допустим, закрыть все? Они могут перекликаться между собой. Тут, допустим, 1С, 1С. Окей, жмем дальше. Либо же у нас эту последовательность закрываем, стартует. Она, допустим, может заканчиваться на что-то, с чего начинается следующее. И так мы можем закрыть несколько, допустим, сразу последовательностей. Но все еще это зависит от буфера, от вашей прокачки и так далее и тому подобного. Но сейчас у нас простая задача хотя бы ледокол просто отправить. То есть 55, 1С, БД. 55, 1С... Сразу вот видите, 1С много где закрыли. БД мы здесь закрываем. Дальше мы можем еще что-то сделать. У нас есть, к примеру, 1С. Буфер еще остался четверной. В теории это все можно закрыть, но на практике вряд ли. Поэтому 1С. Ну и, наверное, 55. Массовую уязвимость еще вызовем. Это, наверное... А, блин, я отключил камеру, не массовую уязвимость нажал. Ну ладно, неважно. Хоп. Теперь делаем запрос. Смотрим, сколько тут в этой сетке. У меня такое ощущение, что это вообще пацаны с краешку стоят, чилят. Это немножко не те ребята, которые нам нужны. Ну, допустим, контроль камер. Кто тут вообще есть? Сколько? Нет, тут камер полно. То есть вот он раз, вот два. Кто у нас тут еще есть? Вон они, те двое. А вот еще пошли, да? 1, 2, 3, 4. Да, тут довольно много кого есть. Вон там есть. Благодаря запросу мы их всех подсветили. И с этой стороны ходят. Давай, раз, раз. Мы тут можем киберпсихоз кому-то накинуть. И у них будет та еще веселуха. Так, здесь просто проход. Вот тоже чувак какой-то с края чилит, причем один.
Его, в принципе, можно забрать. Что у нас тут есть? Давай замыкание. И плавление синапсов сразу. Все, готов, пацан. Окей, смотрим дальше. Этого мы убили. Кто у нас тут ходит? Так, одна зараза. Давай еще раз запрос отправим. Этот вражина тоже один. То есть в идеале я вообще могу туда не заходить, вот так вот через камеры всех нафиг снять. Без особых на то проблем, по факту. Замыкание. Вот она удивиться успела. Держи еще плавление синапсов до кучи. Все, прикорнула женщина. Окей, дальше. Поначалу прям такую дичь не получается, конечно, вытворять. Давай, для вас заражение у меня есть. Окей. Сразу двух достала. В общем-то, заражение этим и промышляет. А, тебя даже убить нафиг смогло. Ну и тебя убьем. Все, оба прилегли. Так, это еще что-то в муках корежится. Ладно. Кто еще у нас тут остался? Пока даже паника особо не поднялась, все типа ок. Ты еще есть. Тебя я отсюда не вижу. А вон один вышел, ходит, что-то ищет. Давай мы тебя, наверное, уберем. Тупо замыкание. И тут же киберпсихоз нам не нужен пока что, плавление. Киберпсихоз хорошо в толпу заходит. Тоже сняли. Это наивысший уровень сложности, кстати, да? Я достаточно лайтово через камеру тут всех просто снимаю. Так, кого мы еще не добили? Ну, пойдемте, наверное, внутрь. О, бугай какой-то ходит, бродит. Интересно. Давай плавление. И замыкание. Но этот пережил. Этот какой-то жесткий. Давай еще плавление или что? Или еще замыкание? Ты что такой суровый? Все, отчалил. Ладно, потопали теперь потихоньку. Посмотрим, что у нас по итогу получилось. Я, наверное, катану возьму. Так, Джуди. А, ну это, кстати, в аккурат побочка второстепенная. Ну окей. Причем, да, они зачастую поэтапные. То есть там раз, два, три, четыре, надо пересечься. Так, контроль нам не нужен. Ну давай выключим просто камеру. Так, опасная зона. Мы вроде бы неплохо так тут разобрались. До свидули. Так, а кто тут вообще в живых-то остался? Кто-то вроде бы остался. Можно даже, наверное, и дробаш достать. Сходить поискать. Ну, вон там кто-то у меня есть отмеченный, как минимум. Вон там есть кто-то отмеченный, да? Тут заперто. Ну, дробовик, наверное, не совсем то, что мне нужно, если я хочу плюс-минус быстро и стелсово это все дело завершить. Так, тебя выключаем. Оу, здорово. Так, подсветись. О, почему заражение-то 7 стоит? Так, причем зачем я заражение-то заюзал? А, замыкание заюзал, все нормально. Плавление теперь до кучи. Так, ты там умрешь, не? Не, норм ему. Выключить. Тихо. Ладно. Блин, я думал, его раздамажило, но что-то пошло явно не так. Дело в том, что в прямом противостоянии я особо ничего себе не представляю, потому что я дробаша особо не прокачал, там раза два-три что-то вкинул, какие-то навыки.
Этого чертовски мало, чтобы нормально дамажить из оружия. Оружие попозже решил подтянуть, подкачать. Так, и где это говно было? А вон камера. Контроль. Так, подожди, ты где? Это убитые. Это с той стороны убитый. Так, давай-ка опять выйдем. И, допустим, запрос проюзаем. А вот он взламывается. Вон там типы. Вот типы, да? Он там сидит. Ну окей, допустим. Надо просто чуток аккуратнее действовать. Я все-таки не нетранер в прямом... Как я уже говорил, противостояние, мало чего могу себе представить. У нас память Кимердеки всего лишь 17. Взлом протокола уже недоступен. Ну-ка, замыкание. Вот, нормально все пошло. И плавление. Да-да-да, до свидания. Там еще есть навык, который позволяет вот этим всем скриптам критовать. Ну, в зависимости от вашего крит-шанса. Он у меня тоже не вкачан, надо бы, наверное, вкачать пораньше. Попытаться, по крайней мере. Что там, пистолетик? Прицел. Так, ну это вход, получается, наружный. Какой-то был. Этого охранника мы сняли еще, да, давным-давно. Окей. По-моему, я даже сохраняться могу. Да, я могу сохраняться, потому что шума не подняли. Они начинают понимать, что их нетранер атакует. Но что-то им это не особо помогает. Ну, здесь тупик. Вроде нас пока никто не спалил особо-то напрямую. Ну, кроме того случая, где я убился очень тупо об него. Так, камеру, наверное, надо выключить. Чтобы она нас не спалила. Если у врага есть нетранер, то он также может по камерам меня начинать поджигать. Вполне себе. Вот, кстати, жалко, что вражеские нетранеры, кроме поджигания, особо ничем не пользуются. Тихо-тихо-тихо. Это, кстати, да, странная история. Меня камера почти спалила. Почти поняла, что я есть. Со стелсом в этой игре как бы есть определенные проблемы за счет вот этих вот странных решений. Почему меня камера сразу не спалила? Это странно. Так, а вот этот здоровяк, которого мы расшатывали. Так, тихо. А почему камера не выключилась? What? Так, окей, чувак бежит. Давай заражение. Так, киберсихоз нам тут не особо нужен. Так, тот убежать решил нафиг вообще. Вон еще один есть. Держи. Мы дистанционно воюем, а-ля магия, как я уже и говорил. Поэтому наша задача особо не высовываться. Киберспсихоз может на того дальнего попытаться кинуть. По крайней мере, нас камера спалили. Они бегут, да? Стараются, по крайней мере, что-то сделать. Шансов у них не так, чтобы, конечно, дофига. Дружественный режим, там что, камера? О, что там есть? Что-то есть. А не надо меня мочить. Давай немножко тогда переберемся. Так, стопэ, заражение. Стоять, замыкание. Окей, не выжил. И там, по-моему, кто-то один оставался, да? Угу, я вижу тебя. Вроде бы все, да? Либо же еще где-то кто-то есть выживший. А вот там есть чувачок.
Можно киберпсихоз на него кинуть. Типа, если рядом никого не будет, то он самоуничтожится. По факту та же самая возможность застрелиться у него есть чудесная. Что он там будет делать? Либо с кем-то будет воевать, либо самоуничтожится. И походу он там с кем-то воюет. Давай на всякий случай поможем. А не, он пытается со мной по... Да! Слышь, киберпсих сраный. Ладно. Иди в задницу. Демонюга проклятущий. Блин, он бегает. Все, отбегался. Плюс репутация. Кто это был? А, это нетраннер, поди вражеский. Монарх документ, эпическая. Двустволочка какая-то. Ну да, похоже, что это нетраннер. Тут они кого-то пытали. Так, ну тут осталось долутать, в общем-то, саму мы эту базу зачистили. Ну, обычная баска, типа, зачистки, ничего особого. Просто я хотел показать, как примерно геймплей выглядит. Тут, конечно, это еще не на максималках, нетраннер далеко, да? У меня всего лишь... Какой там, 18 уровень, 28 репутация. Тут еще есть куда расти, есть что здесь прокачать, конечно же, чтобы это все было еще более эффективно. Но опять же есть варианты, да, можно более стелсовый нетраннер, можно более боевой такой сделать. Это прикольно, геймплей очень сильно отличается от того, что я играл в первый раз. Там я тупо с пушкой бегал, либо же с катаной вообще всех шинковал, замедлял время, влетал там, шинковал, какие-то гранаты кидал в основном ослепляющие. Здесь несколько иначе-то все играется. Так, а там у меня был... А, ну там рецепт на создание, да, дробаша. Да, вот он, эпический, культовый. Жалко, кстати, что нельзя приблизить, посмотреть. То есть, возможно, эту функцию добавят. Ну, я и скрафтить не смогу, я нынче крафт не качаю. Поэтому мне от этого рецепта как бы ни холодно, ни жарко. Это как бы пофиг. Ну ладно, мне тут осталось по факту залутаться, идти продаться и... идти, наверное, дальше где-то как-то по квестам. Повышать свои нетраннерские навыки, так сказать. А вот он с этим дрался, с толстячком. Поэтому он не самоликвидировался, да? Он сначала его побеждал, а потом на меня уже переключился. Тут мы хакнуть ничего особо больше не можем. Вроде как. Ну-ка, это что? А нет, вот тут можем еще что-то хакнуть. Это еще один проход. То есть сюда можно было с разных сторон, конечно же, подобраться. Ну, давай тогда еще хакнем. Отсюда мы деньги, там, скрипты, ресурсы, всякое такое получаем. То есть в идеале, опять же, попытаться вот эти все три линии перекрыть. Но, как правило, этого не получается. Получается там 1-2 в лучшем случае. 7А, 1С, БД. 7А, 1С. 1С, БД. Так, а ЕД-9 где вообще? Ага. Ага, вон оно что. То есть мы можем как сделать? Я хочу самую большую, конечно, последовательность закрыть. То есть 7А здесь есть. То есть мы можем Е9, 7А. Или можем 1С, 7А. 1С, БД. Е9. То есть 1С, 7А. 1С, БД, Е9. И все, как бы две, да, закрыли. Ну, хотя бы что-то. Получили за это награды. Зачем я так перелажу, когда я могу двойным прыжком пропрыгнуть? Ну да ладно. В общем-то, это все, что я, наверное, хотел показать, о чем хотел поговорить. Именно о нетраннерах в киберпанке. И, повторюсь, напоминают они мне, конечно, магов. Ну, только со своей вот этой киберспециализацией. И играется довольно-таки... прикольно, как на мой взгляд, но гораздо более экшонистый вариант, это, конечно, либо с катаной наперевес в толпу врываться, либо с пушками как-то бегать, стрелять и пытаться нагибать. Но для этого их надо, конечно же, прокачивать. Те же дробаши я попозже подкачаю, чтобы они хоть что-то могли дамажить, потому что тут, ну, много вариантов
как их усилять. В базовом варианте на максимальном уровне сложности, конечно, раздамаживать такое себе. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.